Единственная в Сибири пожарная машина высотой с трехэтажный дом, теперь на вооружении МЧС Кузбасса. Новая техника – это модифицированный БелАЗ. Его переоборудовали для борьбы с огнем после того, как на Междуреченском автотранспортном предприятии произошел пожар на технологической линии, а у местных огнеборцев не хватило воды, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Теперь эта проблема решена. За секунду гидрант БелАЗа подает до 40 литров воды. Резервуара в 60 кубометров хватает на 2,5 часа беспрерывного тушения. У машины свой гараж, ее обслуживает смена из 4 сотрудников.